я ей написал, и она говорит, то, что я здесь не для знакомств, я предлагаю такую-то, такую-то работу. Суть заключалась просто прийти на адрес, забрать деньги и отправить их на карту. Получается, создавался их чат, в котором указывали адрес, на который нужно приехать, сказать кодовую фразу и просто забрать деньги, все. Но мне запрещали вообще разговаривать. Сказали две фразы сказать, и все, я молчу. И вообще изначально мне же скинули фотографию этой бабушки, говорят, что ну, клиент выглядит вот так. Особо никаких сложных действий делать не надо было. И мне просто, мне нужны были деньги на тот момент. Надо как-то было деньги искать. Я подрабатывал, да, там, на какую-то колым выходил. Но там платили-то, конечно, естественно, очень мало. Сейчас я понимаю, что я сделал очень глупую вещь.